В этом выпуске разберем, можно ли не платить за вывоз мусора в частном секторе, таких как в деревне, селе, так и в городе. Также многие люди, имея дома в сельской местности, там не проживают, но счета за мусор им приходят. Возможно ли как-то оспорить и не платить за вывоз мусора официально? С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за вывоз мусора обязаны платить все. Причем, если в собственности у гражданина несколько объектов, недвижимости или домов, то плата по каждому из них рассчитывается отдельно. И даже если человек не проживает в принадлежащем ему доме, он все равно обязан платить. Впрочем, можно и сэкономить. Но тогда вам нужно доказать, что услугами вывоза мусора вы какое-то время не пользовались. В постановлении правительства Российской Федерации номер 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов законодатель дал гражданам возможность приостановить начисление платы за вывоз мусора на срок до 6 месяцев. Для этого необходимо предоставить в компанию, осуществляющую вывоз мусора, доказательство вашего временного отсутствия в жилом помещении более 5 дней. После этого вам сделают перерасчет. Если вы отсутствуете более полугода, по истечении 6 месяцев рекомендую направить в организацию, с которой у вас заключен договор на вывоз мусора, новое уведомление о периоде вашего временного отсутствия. Тем самым вы обозначите необходимость перерасчета в отношении следующего временного периода. Почтовую корреспонденцию лучше всего направить заказным письмом по юридическому адресу данной компании. Еще отмечу, что некоторые домовладельцы сжигают мусор у себя на участке или самостоятельно отвозят его на свалку и думают, что уже ничего не должны платить. Это незаконно, поскольку уборкой мусора вправе заниматься только специализированная организация. И, кстати, за его сжигание на своем участке граждане могут получить штраф в виде административной ответственности. И может быть назначен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, согласно статье 20.4 КУАП. Просто игнорировать требования по оплате задолженности за вывоз мусора нельзя, если вы не будете платить. В суде с вас взыщут долг с процентами. И не забывайте, целью мусорной реформы является ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов. Да, плата стала выше, но все это делается для того, чтобы наша земля стала чище. До новых встреч. Пока.